Слава Богу, дорогая церковь, братья и сестры, я здесь впервые, по милости Божьей, по благодати, так сказать. И мы приехали послужить вашему брату Саше, поехать на Донбасс, у нас поездка. Мы с Бучи, Сила Воскресения Церковь, пастор Илья Кравцов. Хочу кратко засвидетельствовать о себе, что кем я был до встречи с Господом, это буквально было 3 года назад, и что сделал Господь в моей жизни. 3 года назад я был негодным человеком. Я вижу у вас, церковь, вы немного, даже много чем отличаетесь от меня. Я жил негодной жизнью. Можно, ну, так сказать, в прямом смысле слова, негодяем. Был мертвый человек, мертвый по всему, по преступлениям, по делам своим, по жизни своей. Сатана меня когда-то, как и многих в этом мире, обманул и обокрал. На все обокрал, убил уже практически. У меня были уже смертельные болезни, такие, что врачи мне сказали, когда я приполз к Богу, пришел в церковь на реабилитацию в Бучу, мне сказали, что жить мне 2 дня, врачи сказали. Мы ничем тебе не можем помочь, потому как у меня были несовместимые с жизнью диагнозы, такие, что, ну, не буду вас так, чтобы обременять этим, говорить что-то. Но Господь помиловал меня. Я покаялся, я попросил у Бога прощения, примирился с Господом. Он меня усыновил. Я заключил завет с Господом, принял водное крещение, это было 2 года назад. Бог меня крестил Духом Святым. Я благодарен Господу за все, что Он делает. Я не искал Бога. Не искал Бога. Всю жизнь свою я не искал Бога. Я служил другому господину. Другому господину, тот, кто меня наградил всем этим. Но по милости Божией, я сейчас стою здесь перед вами. И я хочу сказать, что этот мир, ну, я смотрел на этот мир и жил в своем мире, другими словами. Но когда Бог мне открыл глаза на многое, сейчас я вижу мир по-другому. И сейчас я, стоя по милости Божией, опять же, стараюсь послужить тем людям, которым такой же был, как сам. Мы ездим, у нас служение. Я здесь за кафедрой, может быть, за все 3 года, очень редко. Это большая честь для меня, что я здесь стою перед вами. Вы народ Божий, я вижу, духовный, сильно, слава Богу. Я не такой, может. Но по милости Божией Бог меня употребляет как-то. Мы служим в больницах, в тюрьмах. Служим на Бессарабке, у нас есть служение, царское служение, может, слышали. Служим бездомным. Много плода у нас, которые люди были мертвые, мертвые. Бог, я видел славу Божию, каждый день вижу славу Божью. Я наставником служу в реабилитации. И Бог меня как-то употребляет, слава Богу. Я вижу каждый день славу эту Божью, когда люди приходят мертвые, действительно мертвые по всему. И по милости Божией дают им сейчас и семьи, Бог дает и семьи, и детей, и все остальное полностью преображает людей.